идем подарок выбирать на, нашим подругам. Нашим подружкам. Да, лисичан. Это две та. У нас есть две крестницы. Две Та и Маргарита. Да. Мы сегодня выбрались в преддверии Нового года. Да. По магазинам. Смотри, а весового дома. Пойдем. Вот это подарок. Мама, я уже, папе, я уже думаю. Да, Святик. Смотри. Да. На весового дома. Я уже знаю, куда мы пойдем. Куда? Есть там один магазинчик. Голуди. Мне он очень нравится. Голуди. Нет. Дальше. Кого вы тут нашли по пути? Скелета. Скелета нашли. Отличная лавка приколов. Туда вход бесплатно. Что вы, посмотрели на скелета, идем дальше, да? Да, сейчас мы зайдем в магазин манго выбрать нашим девочкам подарки. Так, мы идем в Манго Кидс. Вот, мы пришли в Манго Кидс выбрать двум Таям и Маргарите подарки. Здесь курточки, мы посмотрим кофточки, да? Да, веселая футболка. Ну что, вы будете выбирать? Да. Да? Свят уселся, отдыхает. Что? Так, ну это здесь вещи для мальчиков. Но мы выбираем подарки для девочек, для наших подруг, да? Мама плавно перешла к мальчикам. Я спрятался. Пока мама выбирает или смотрит что-то на подарок, Свят спрятался под стол и сидит и говорит нам сюрприз. Как тебе там под столом? Классно, да? Я призвала! Уже и Влад. И Влад уже залез под стол. Ну вы даете, ребятки. Лабиринт призраков. А, это так, то неинтересно, наверное. Привет! Лапки я вам показал. У меня нету ноги. Что ты рассказываешь? Привет. Ну что, мы идем дальше. Да. Ничего мы не... Идем в следующий магазин. Не подобрали ничего, да. Пойдем в следующий. Мама! Так, идем мы в Зару. Поднимемся на лифте, там есть Zara Kids детский отдел, и мы попробуем там выбрать подарки. Приехали.
Идем. На девочек. Что смешное? Точно. Мы решили, что мы будем духи, да? Ну пойдем-ка на духи, да. Ух ты. Ага. Пойдемте на духи. Это булочка для девочек. Мы же девочкам выбираем. Да? Я хочу понюхать, где моя папа. Можем прыгнуть? Давай. Только на себя. Ой, вкусно. Это Hello Kitty. О, вот это пахнет классно. Да. Да? Покажи. Да, вот это вот, да. Тебе это нравится, да? Возьмем это. Может, я перемешаю? Зачем ты тебе перемешиваешь? А это как конфетка какой-то. Что вы там нашли, Святослав? Слаз. Слаз, не надо там лазить. Ну что? Выбираем подарки девочкам, нашим подругам.
Папу лупишь шапкой сзади, а? Да. Иди сюда. Идем на кассу. Да, я дам деньги. Ну, пойдем. Все. Ладно. Вот так мы стоим на кассе. Сейчас. Успокойся, пожалуйста. А теперь, Владик, говори как надо. Не хочу. Да говори. Не хочу. Ну говори. Святослав, все, видишь, как он, какой у нас Святослав. Ну он такой, а ты говори как надо. Давай. Влад, что мы делали? Все, пока-пока. Ставьте лайки, нажимайте на красненькую кнопку подписки, делайте комментарии.